Такая красота нас встречает. Давайте с вами поближе посмотрим. Блюдо. Фарфор. 500 рублей. Вазы вот такие мы с вами уже видели. Здесь же, смотрите, какие столики. Так, а ценника не вижу. Две тысячи рублей стоит вот такой вот столик. Подсвечники в стиле лофт. Они, кстати, уже по красному ценнику. 560 рублей. И вот какие красивые. Большущие вазы. Ой, какая прелесть. Мне вот это нравится, пузатое. Стекло не тонкое. 1000 рублей. Вот еще какие интересные плоские. 379 рублей. И, если я не ошибаюсь, то это, наверное, чугун. 739 рублей. Хотя нет. Легкие. Но выглядят как чугун. Подсвечники такие. Сейчас вот при входе увидела вот такую вот красивую дубленку или не дубленка, что это такое. Сейчас с вами будем разбираться. Стоит, конечно, немало, но... Да, дубленка, 6 тысяч. Но качество мне очень-очень нравится. Прям приятно дотрагиваться до такой красотки. Еще есть вот в таком вот цвете. Также 6 тысяч. А что за бренд? Симаков. Красота. Размеры тут разные, видите, 48, 46, 42. Нет, 44, 42 нет. Такая вот курточка. А где ценник? А вот он, 8 тысяч. Ну, я бы не сказала, что зимняя. Нет, это не зима, это явно. Но дубленка меня просто покорила. Классная. Смотрите, снова слоники. Теперь уже два цвета. 1600. Это пуфики небольшие на деревянных ножках. Крыска какая-то тут сверху лежит. 400 рублей. И еще вот такой вот пуфик. Малыш, зайка. 2500. Ребенку можно взять в детскую комнату или, например, в прихожую обуваться, на нем сидеть. Фу. Ну что, поехали. И здесь тоже уже во все Новый год. Большие такие Санта-Клаусы. Ой, какой подсвечник милейший. Керамический. 550 рублей. Ангел. Статуэтка, фигурка, ангелок. 990 рублей. Всякие гномики, елочки, палочки. 550 рублей. Вот тут гном вместе с елкой сразу. 879. Это еще и светильник, еще и с птичкой. Ой, елки какие классные. Вот эти две просто шикарные. Мне очень нравятся. 1100. 1100. Керамические. Класс. Но это еще не все. Ой, какая беленькая. Это светильник. Девчонки, это светильник. Что это такое? Блин, брак или скол, непонятно. Вроде как брак просто. 1100. Не, девчонки, это не скол, потому что здесь все залито глазурью. То есть это отверстие было еще до того, как в глазурь поместили елочку. Есть в золоте, есть вот такая красотень. Как же все это хочется, да? Но цены кусаются, конечно. Ой, какой домик. 770 рублей. Это светильник. Насколько помню я,
Фамилия, в светильниках нет батареек. А это уже подсвечник. 439. Снеговик, светильник. 1000. И вот такая красота. Ой, неподъемная, просто неподъемная. Цемент, наверное. 300 рублей. Библейский сюжет. Шары, я так понимаю, это стекло, 600 рублей, такой вот, какая карусель, 659. Все так сразу и не покажешь, не расскажешь, 250 рублей, баклажан, морковка, елочка, 200 рублей, свечи. 200 рублей. Так, а елочка почем? 350 рублей. Давайте посмотрим, почем здесь поезда. Мы их все видели в фикс-прайсе. Здесь они стоят 400 рублей. В фикс-прайсе подешевле. Но там не такие расписные. Там, скорее всего, вот такие вот попроще, да. Такого варианта там нет. И вот такого, по-моему, тоже. Деревянные игрушки, подвесы. 500 рублей набор, а здесь конфетки какие-то. Полирезин. 500 рублей. Конфетки и пряники. Вот такая елочка блестящая, тоже свеча, чуть-чуть подешевле, 300 рублей. С символом года, со змеей, 250. А есть, кто это? Гном. Да, это гном. И он стоит 250 рублей. Есть птички. Девчонки и мальчишки, а также их родители, 159 рублей. Есть поменьше размером свечи, также со змеей, 150 рублей. Вот какая интересная, с домиком, мотив красивый зимний, 250 рублей. И птички побольше размером, 179. Ничего себе, 179. Угадайте, куда они сейчас отправятся. Полочка выше. Какие тут вазы милые, маленькие. 200 рублей. И елка. Елочка. 400 рублей. Вазочка. Все указано, подсвечник. Странно. 359 рублей. Это же какая должна быть свеча, чтобы ее было видно. Никаких отверстий нет. Шары. Стекло. Да, стекло. 379. Птица какая райская. Это пластик. А стоит 600 рублей. Симпатичная. На полочке ниже гномы. Какой красивый. 1320 рублей. С пайетками. Так, сидеть не хочет. Падает, заваливается. Ладно, посмотрим следующего гнома. 279 рублей. Вот это уже цена поприятнее. Вот какой гном. 439. Тут олени. 449 рублей. Смотрите, какой ассортимент, в принципе, неплохой. Тоже шары елочные. Здесь прям с какими-то крапинками. Такое ощущение, что он прям уже древний. Индия производитель. 8 сантиметров, 220 рублей. Они разные. Есть вот такие наборы. Шишки тут какие-то. Луковицы. 550 рублей. Шишка. Вот эта свеча.
Вот эта свеча. Три деревянных петеля. Просто неподъемная. 500 рублей стоит. Вот, к сожалению, это парафин, и производитель здесь гусь хрустальный. Указана ручная работа. Ну, больше как декоративный такой элемент, но за 500 рублей шикарные. Тут внизу какие-то тарелочки декоративные уже по акции. Я такие еще не видела. Вот эти периодически появляются в продаже, даже по акции стоят немало. Вазы. 1100 такая ваза стоит. Красивая. Горшки, кашпо. Так вот, общим планом, если за что-то глаз зацепится, поближе покажу. Например, вот такое кашпо. Здесь какой-то динозавр. Детскую комнату можно взять. 550 рублей. Там сзади какой-то малыш затерялся. 159 кашпо. Тут красота. Нравится мне очень. 609 рублей. И цвет приятный, форма, стекло цветное, 1200 ваза, поменьше размером, другая форма, 1100, здесь дно прям тяжеленное, берешь и чувствуешь, как дно вниз тянет. Полочка, тут еще и свечи, подсвечники, вот такой подсвечник, 409 рублей керамический, какая-то шкатулка с камушком. Внутри салфеточка. 1759. Свечи, барбекю. 549. Парадайз. Ой, какая тяжелая. 1679. Пахнет очень приятно. Когда бываете в Фамилии, обязательно заглядывайте в отдел со свечками. Тут очень приятные свечи, очень вкусно пахнут, интересные. Кстати, подсвечники вот к этим можно в комплект взять вот такие. Будет смотреться вместе очень здорово. 379. Еще один стенд с новогодними товарами. Тут и подушки даже есть. Почем они? Такие подушки. 659. Зеленая, белая. Подставка под ложку с мишкой. 269. Игрушки. Щелкунчик. Ручная работа. 500 рублей. Вот такой вот колобок. Колобок. Кто это? Енот какой-то, наверное. Снегурочка, и там еще один щелкунчик. Колобок прикольный. Прям необычно. Но видите, я шов вижу, и меня это уже останавливает. Гусь хрустальный, кстати, тоже изготавливает. А здесь такие приятные мишки. Малышки. Семья прям целая. 879 рублей. Статуэтка. Прикольная. Такая в искусственном снегу. Немного сыпется. Прям целые. Комплект подсвечников, тяжелая, 1700 рублей. Елка 769, сделана, кстати, классно, качественно. Свечи со снегирями, 300 рублей. Так, сюда же положили формочки от Стауб, 769, как всегда, никаких скидок. Какая. Ой, а это не елка, девчонки. Это не просто елка. Ничего себе. Составная. Елочка рейнская. Конфетница. 799 рублей. Зеленая и красная. Супер-пупер. Вот, кстати, здесь светильник. Подобные в фикс-прайсе продаются, только там открытые. 439. От светильника это пластик. Не есть хорошо. Подсвечники, шишки. 439. Вот такие вот красивые. 249. Елочки.
Ну, прелесть, мне нравится. Фамилии есть что посмотреть. Такое все интересное. Кстати, вот еще зайчик есть в белом цвете. Давайте с вами посмотрим, что на этом стенде интересного. За что-то глаз зацепится, не зацепится. Вот подобная посуда, именно в синем цвете, во многих магазинах продается. Не знаю, это сейчас актуально или нет, но мне вообще не нравится, если честно. Ну, это мое мнение. Кто-то прям будет в восторге. Конфетница Сималенд 259, а блюдо 689. Красивое, необычно, интересно. Банки вот эти кошки никак не распродают. Я бы, наверное, одну взяла. Прикольная, 700 рублей. Уже есть немного текстиля, дорожки новогодние тоже. Кто-то переживает за то, что так рано вывешивают Новый год, а мне на самом деле, вот в прошлом году у меня до последнего было новогоднее настроение, и даже когда вот мы уже встретили Новый год, мне не хватило. 400 рублей такая скатерть стоит с водоотталкивающей пропиткой. Мне хотелось еще и еще. Скатерть 409, тоже с пропиткой. Вот это что-то интересное, гобелен, наволочка, наверное. Нет, салфетка сервировочная, 40 на 100. Какая коробка рождественская. Для подарков 900 рублей. С надписью. Тут же что-то в разводах 520 рублей. Откуда такая цена? Это блюдо, даже страшно смотреть цену. Если на салатнике... А, тут что-то прям, наверное, фирма-фирма. Я такого не знаю. Надо будет посмотреть в интернете. 929 рублей блюдо. Ну, тяжелое, классное. Елочка. Тоже тяжелая, мне кажется, это что-то. Наверное, гипс все-таки. 400 рублей. Тут какая-то сзади декорация. Просто декорация. 769 рублей. Декоративный элемент. Кстати, есть блюдо поменьше размером, 629. Ну и, конечно же, на сладенькое немножко посуды. Посмотрите, какая тарелка, 220 рублей. Фарфор. Вот милашка, 309 рублей. Цветок. Вот этими уже, наверное, все присытились. Плюс тут скол 250 рублей. Ну, кто ее возьмет? О чем вообще думают, когда выставляют цену, даже со скидкой, да такую немаленькую. Рыбки 389 рублей. Мне вот это нравится, тарелка. Я еще в Москве на нее смотрела, в Новокосино. Но все, никак не решусь. Ой, какая прелесть. Цветочком. Это прям вот к весне можно взять, если вы собираете коллекции по временам года, да, меняете посуду. К весне можно взять. Весна, лето. А их тут три штуки. Розовая еще есть. Сейчас я вам ее поближе покажу. Здесь больше рисунков. А это, кстати, и к зиме подойдет. 200 рублей. Ничего себе минажница. 550. Фарфор, большая. Дальше, смотрите, какие тарелочки интересные. Можно взять себе на туалетный столик. Блюдо, листочек, 350 рублей. Что-нибудь еще интересненькое. Вот какие тарелочки небольшие. Атмосфера, 400 рублей. Вот такие малыши, 279. Красивые. Смотрите, с узором. Листики. Такой стоит 300 рублей. И вот какая интересная тарелочка. Легчайшая. 550. Селедочница. Вот еще листик 279. Звездочки еще есть. Так, розеточки маленькие, салфетницы всякие разные.
Мне вот этот отдел прям больше всего нравится. Всегда тут можно покопаться, что-то интересное найти. Бутылочка. Вот жалко, пробка такая пластиковая. Я бы взяла, если было бы тут что-нибудь другое. Например, просто обычная человеческая пробка. Вот внизу, смотрите, какие яркие пиалы. 329 рублей. И тут что-то интересное в коробочке. Что это? А, это стеклянное блюдо. Стеклянная тарелочка, да. Смотрите, сразу готовая упаковка подарочная. Просто супер. Мне прям нравится. 929 рублей. Цена, правда, не нравится. А так все нравится. Так, тут какой-то брак. Интересно посмотреть, что в этой коробочке. Менажница. Вот такая вот. Этажерка. Ее цена 1539. Откуда такие цены? Вот откуда? Это еще блюдо интересное. 549 рублей. Но надо выбирать. Видите, тут точки. В корзинах сегодня вот такая приглянулась. 24 на 20, 10 сантиметров бортик. 769 рублей. Натуральный материал. Ну, тут много всяких, посмотрите, есть вот такие. Уже, кстати, распродают, но даже с распродажи цена, на мой взгляд, завышена. Тут аж с крышкой. Ничего себе. Сколько стоит такая красота? 989 рублей. Какое разнообразие столиков. Даже еще упакованные, посмотрите. Чего тут только у нас нет в этот раз. Разделочные доски. Антискользящие. 500 рублей доска. Есть маленького размера такая же доска. 249 рублей. Есть вот такие. 429. А есть на подставке комплект. Две штуки. Сколько они стоят? 1500 рублей. In-house. Не знаю, есть ли смысл переплачивать. Маленькие терки круглые, конусные. 550 рублей. С деревянной ручкой. Это акация. Вот мне кажется, вот именно эти будут неудобные. А то, что фикси продается, она хорошая. Удобная. Есть вот такая. 449 тоже. Тендерайзер 259. Какие-то формочки для льда, ананасы 100 рублей. В общем, всяких мелочей тут хватает. Формочки для печенья, елочки. Сколько они стоят? 200 рублей. Какие мыльницы интересные, квадратные. Не обязательно же как мыльницу использовать, верно? 300 рублей вот такая прелесть. А есть еще стаканчики для зубных щеток. 359 рублей. Смотрите, тут есть дозатор «Создавая мечты». Отзывы были плохие на эту коллекцию. Ржавела, потому что она металлическая. Тут баночка. Там была и мыльница, и чего только не было. Смотрите, сколько тут еще всевозможных наволочек и подушек новогодних. И вот на этой ноте я с вами сегодня попрощаюсь. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезным и интересным. Берегите себя и своих близких. Не забывайте, конечно же, о лайках. Вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь на канал, чтобы не теряться. До новых встреч. Пока-пока.